Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні до мене в гості прийшов Дмитро Василець. Вітаю тебе. Привет. Дмитро Василець – це і журналіст, і блогер, і громадський діяч. Як кому нравится. Да, все в тобі є, як то кажуть. Сьогодні 1 квітня, у тебе біла спина, якщо що. Ну, давай шутки в сторону. Не, ну если брать сферу здравоохранения, то им реально не до шуток. Потому что с 1 апреля у многих, собственно... Вот я хотел с тобой да. про что поговорить. Просто у нас нещодавно был эфир, и мы с тобой намагалися найти что-то позитивное в том, что происходит в стране. И ты тогда сказал, что коронавирус – это не так погано. Ну, як, давайте позитив в коронавирусе найдем. Mm-hmm. И ты сказал, что он нам поможет сделать первое, чтобы лекарни не закрывали, бо нема ж дурних людей, які будуть під час пандемії закривати лікарні. І також ми, ми сподівалися, що закон про землю теж не будуть розглядати в Верховній Раді, тому що, ну, як це під час пандемії розглядати таке питання? От. Ну, давай спочатку почнемо питання лікарні, да, медицину. И знаешь, я вот тоже думал, что действительно, ну вот, ну не может такого быть, что в Украине там пандемия, коронавирусы, карантины и все остальное. Президент чуть ли не каждый день уже делает видео, можно сказать, что это первый блогер-президент. Вот, правда, его не так часто смотрят, конечно, как, например, Шария, но то такое дело. И я вот честно не думал, что вот возьмут и будут закрывать больницы. Причем, знаете, одно дело там, ну, вот стоматологию, например, я бы еще там как-то вот, как-то я это логически хотя бы понял. А у нас закрывают прямо инфекционные больницы, которые могут лечить больных коронавирусом. Казалось бы, вроде как бы коронавирус, вроде истерика, вроде же мест не хватает, коек не хватает. Во всем мире строят больницы, а у нас в Киеве, в столице Украины, больницу закрывают благодаря так называемой реформе Супрун. И они с 1 апреля, без шуток, остаются без денег. И вот получается интересный момент. Люди очень... не часто интересуются, что такое реформа медицинская, которую начал еще Саакашвили. Супрун как бы была ее идейным вдохновителем. И сейчас мы имеем уже последствия этой реформы. Если вот брать первичную помощь, то есть когда вот у нас были педиатры условно, поликлиники, а сейчас называют их семейные врачи. Знаете, название поменяли, вот реформа. Ну и онлайн-очередь уже можно по интернету записываться. Реформу полиции, милиции, да. И здесь получается такая история, к сожалению, что вот эту первичную часть, ее как бы там, как были, как она была, так и осталась. Ее просто переназвали и добавили очередь. А самое главное, это вторичная вот часть, то есть получается вторая ланка медицины, как они ее называют. И получается, если у вас действительно что-то болит, то вы приходите к семейному врачу, вам выписывают направление уже к специалисту. И вот здесь начинается реформа Супрун. Потому что второго врача, специалиста, ну вы до него просто не дойдете, потому что его очень скоро не будет. Вот как раз 1 апреля начался уже отчет. Я думаю, его посаду можно поставить сразу патологоанатома и, в принципе, будет все спокойно. Если совсем упростить экономию. Ну, а чего там размусоливать, что-то там кому-то доводить? Давайте вот сразу ставим, чтобы люди понимали. Вот это первый лекарь. І намагайтеся все зробити самі, щоб не попасти до другого лікаря. Я просто сейчас вот хочу вот объяснить максимально, что из себя представляет вот эта реформа. Получается, когда уже идет человек к специалисту, вот здесь начинается интерес, потому что у нас же очень много специализированных заведений, которые находятся на очень дорогой земле, в том числе в городе Киеве. Там на этой земле находятся еще и здания, которые можно приватизировать, и на месте вот этих вот территорий, вот этих зданий построить уже частные больницы, которые могут обслуживать абсолютно, так сказать, на другом уровне уже, но только за деньги, только они не будут государственные. И чтобы, например, у нас исчезла государственная медицина, чтобы у нас понятие бесплатная медицина заканчивалось только на вот в этом, на семейном враче. Вот для этого нам
вернее, по логике СУПРУ нужно уничтожить всю вторичку, то есть всю специализированную нашу медицину. То есть перевести ее в частные руки, чтобы больницы стали банкротами. И в этом основная суть этой реформы. Если мы возьмем, вот посмотрим, а что же это значит? Это значит, что с 1 апреля у нас часть больниц закроется, потому что у них нет денег, потому что им запретили финансировать с бюджета Украины и из городских бюджетов, подготовили под это всю законодательную базу. И что самое интересное, остальные больницы, которые вот заключили, вот, перешли уже в частную собственность, в коммунальное предприятие неприбыльное, вот, они тоже не получат 100% денег, которые им нужны. Они получат от 50 до там, 80-90%. И что самое интересное, то прайс, который им дали, вот, по которым им нужно лечить, он, естественно, не соответствует действительности. Там, например, зуб вырвать 9 гривен. Ну, это не прикол. И получается, вот настолько низкие цены поставили, что вопрос времени, когда вот эта вторая секция медицины, она просто вымрет. И вот где-то через год, когда все наши больницы по Украине обанкротятся, врачи оттуда сбегут, конечно же, в частные клиники, потом уже делки, Супрун и кто там за ней стоит, они просто выкупят обанкротившиеся больницы и на их месте построят уже частные. И поэтому, когда вас будет уже семейный врач направлять к специалисту, он вас будет направлять в частную клинику. И, понятное дело, задешево она вас не обслужит. И то, что написано в Конституции, можете забыть. Ну, у мене таке виникає питання. Ну, ми зараз постійно кажемо Супрун, 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 але вона ж не займає ніякої посади на даний момент. Вроді як ні. А вот, например, если слышать заявление уволенного министра Емца, он прямо сказал, что меня уволили, потому что пани Супрун сказала, что я мешаю вот этой реформе. И вроде как и она уволена, вроде как и ничего, а вроде мы видим ситуацию другую. Вроде мы видим, как вот этого ставленника из-за границы, который у нас в Украине разваливает наше здравоохранение, почему-то лоббирует всевозможных высоких кабинетов, некоторых посольств. Ну і, собственно, маємо, що маємо. Давайте перейдемо до відео одного цікавого. Тобто ви вирішили дізнатися безпосередньо, особисто запитати, чому от саме так відбувається все, що стосується медицини нашої. Було діло. Дивимось. Послухайте мене. Не заважайте, будь ласка. Я, в цьому випадку, маю право задати питання, тому що ми, як громадяни, як журналісти, як представники общественности, хочемо зрозуміти, для нас то, что вы говорите, там, что-то у вас какого-то закона не хватает, какого-то там акта, писульки, бумажки, это словоблудие, потому что есть конкретная необходимость сейчас лечить больных. Если вы, как представитель государства, закрываете больницу инфекционную, с учетом вот этого времени, вот этих эпидемий, я ничего не закрываю, вы большая ответственность за свои слова. Так вы блокируете. Еще раз, отвечайте за свои слова. А я отвечаю за свои слова, потому что я не закрываю никаких, никаких Житомир, не отвечаю за Житомир. Потому что им не мешают вот ласка, эти конкретные. Они меня заважают работать. Сегодня звернення громадян призупинено в такие кишки. Пишите заявление на способственное желание в таком случае. Если вы не справляетесь со своими полномочиями, пишите заявление. Вы не можете справиться. Дмитро, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали то, что мы сейчас посмотрели. Кто эта людина? Чему вы так с ней разговариваете? Чему она с вами так разговаривает? И чи почули вы один одного? Ну, на видео глава департамента здравоохранения Валентина Гинзбург. Это тот чиновник, который блокирует решение Киевсовета по финансированию больниц. По реформе Супрун две больницы в городе Киева с 1 апреля остаются без денег. Что интересно, что это, они, получается, эти больницы по реформе Супрун не могут финансироваться напрямую с государственного бюджета. Поэтому, чтобы больницы не закрылись, Киевсовет, как бы я его не любил, а я его терпеть не могу, он проголосовал, чтобы вот эти больницы получили финансирование уже не с бюджета Украины, а с бюджета города Киева. И глава департамента, вот эта госпожа Гинзбург, решила, что а зачем выполнять решение Киевсовета? Может, проще оставить больницы без денег? Может, во время пандемии и прочее оставить инфекционную больницу, и чтобы врачи там разбегались, медсестры уходили, и чтобы нам, киевлянам, не было где лечиться?
Хорошая идея. И она по этой идее начала блокировать это решение Киевсовета, аргументируя это тем, что с учетом вот этих реформаторов Супрун, они формально запретили с бюджета города финансировать больницу. То есть я вот хочу, чтобы вот уровень маразма, вот, чтобы тебе был понятен. Вот смотри, с бюджета города запрещено финансировать больницу. Вот ты мэр, ты определяешь бюджет, и тебе какая-то вот пани Супрун говорит: слушай, ты как бы можешь много что делать, но ты финансировать не можешь больницы. Я запитую, чому? Ну, тому що пандемія. Це ж логічно. Как бы да. И мы когда начали разбираться в этом деле, когда получили ответы на журналистские запросы от больницы, мы честно не могли понять, что это правда. Мы уточнили там. И действительно, вот эта госпожа Гинзбург говорит: а я не буду выполнять решение Киевсовета. Я буду оставлять эту больницу с 1 апреля без денег. Может, она такая классная фахівець, яка розуміє, що от не потрібно. У неї, може, якийсь чудовий досвід праці, тобто, ну, ми знаємо, що вона при, ну, з Дніпропетровщини. Так, так. Є один маленький недолік, це те, що Дніпропетровщина на даний момент це самий депресивний регіон в тому сенсі, що сама велика кількість українців гинуть, ну, помирають саме там. І це не случайно. Потому что если вот просто проанализировать деятельность вот этой госпожи Гинзбург, она начинала свой вот этот кровавый, можно сказать, путь с Днепропетровска, с Днепропетровской области, потому что именно там она начала уничтожать медицину, именно там она получила вот этот опыт уничтожения больниц. И я вот с многими местными интересовался, которые вот с Днепропетровска, с области, и они прямо говорят, что этот человек, это ликвидатор больниц. Там, роддома она абсолютно очень сильно не любит и так далее. То есть это человек, которого ставят чисто для того, чтобы он максимально уничтожал государственную медицину. Ликвидативная команда, да? Конечно. И на месте вот этой государственной медицины через годик, два, три появляются частные. Уже знаете, чтобы цены были достаточно высокие, чтобы обычные граждане Украины уже не могли получить медицинские услуги в том объеме, в котором нужно. И вот именно вот этот ликвидатор, он, оказывается, у нас приехал уже в Киев. Тем более, мало того, там в Днепропетровске завели уже ряд уголовных дел. Непонятно, закрыты ли эти дела или не закрыты, но несмотря на эти даже уголовные дела, очень громкие уголовные дела, как раз по медицинской сфере, вот этот пани Гинзбург, она всплывает теперь уже в нас, в киевской администрации. Хотя, знаете, если вот понять вот уровень вот этого, знаете, то, что вот не тонет, то вот у нас Кличко, Поворозник, который рассказывают, это заместитель Кличка по здравоохранению, который рассказывает, что вип-палаты там с тонированными окнами, это для зэков. Ну, потом как бы вскрылось, что он немножко соврал. Я помню фильм «Хочу в тюрьму», когда там людина намагалась попасть. Ну, это не тот случай, да. Ну, тут, мабуть, уже будет. И мы видим вот эту госпожу Гинзбург, которая занимается, по сути, ликвидацией. Ее поставили, и это объективно понятно всем киевлянам, по ее действиям. Уничтожение больниц. Уничтожение государственных больниц, которые финансируются с государственного бюджета. Потому что они прямые конкуренты частных. Получается, чем меньше будет государственных, тем больше вам нужно будет платить в будущем, и тем меньше вы будете рассчитывать на то, что в Конституции написано, что у нас бесплатная медицина. Там, я думаю, поправку внесут: бесплатный семейный врач и служба соболезнования. Ну, наверное, где-то так. Давай перейдем с этой темы на другую, приблизно такую же самую тему. Вночі з 30 на 31 відбулося голосування Верховної Ради, і закон про відкриття ринку землі було підтримано. 259 депутатів проголосували за те, щоб відкрити ринок землі. І така цікава коаліція з'явилася. Це частина представників партії «Слуга народу», партії «Голос» і партії «Європейська солідарність». Як ти взагалі ставишся до цього голосування, яке відбулося вночі? Як ти ставишся до цієї коаліції? Чи очікував ти, що такі люди разом таку важливу справу зроблять? Якщо от цензурні слова підбирати, це, звісно, дуже складно. От треба, це телебачення, так. От, тому що от я от чесно наблюдаю цю ситуацію, я от, ну, не можу зрозуміти до кінця. От
почему вот, вот этим карантином настолько вот ярко, неприкрыто и открыто пользуются? Пользуются как в отношении медицины, чтобы вот ускорить, я так понимаю, реформу вот этой Супрун и уничтожить государственную медицину в принципе. И я вот не могу понять вот этого маниакального желания срочно проголосовать закон о рынке земли, от, ну, по сути, о продаже нашей земли. То есть, ну, это то же самое, что вот вы вот продавать дом, когда горит крыша. Ну, то есть, горит крыша, о, самое время привести туда человека и сказать, смотрите, какой дом красивый. Ну, правда, крыша горит, вы на это не обращайте внимания, но очень, кстати, хорошая история. Давайте, покупайте. То есть здесь примерно вот такая же ситуация. Вот это пир во время чумы. Фактически это идет распродажа Украины. И здесь вот мы видим, что четко партия «Слуга народа» объединилась с порошенковской солидарностью и с пинчуковским голосом. Вот такую, знаете, в партию «Слуги МВФ». И отработали, так сказать, ночью. На, ну, це дійсно, вибачте, чисто мене, там більше ніж 4 тисячі поправок, і вони так швиденько їх всі розглянули. Впевнений, що вони дуже ретельно все читали от, перед тим, як голосувати. Такі. Цікавий підхід. Молодці. Здесь, опять же, то есть нужно понимать, что с учетом такого маниакального желания все это быстро-быстро-быстро сделать, там, ночью, карантин, не карантин, то есть мы вот честно даже пытались в этот день, в этот вечер, вернее, как вот уже голосование это проходило, мы заблокировали правительственный квартал, чтобы, не дай бог, туда люди не доехали. То есть нам приходилось там с боями условно прорываться через картоны полиции, чтобы попасть к Верховной Раде. И то, если бы у нас было больше, чем одна машина, то, собственно, все. И вот как это так, вот знаете, вот так втихаря в 21 веке, когда есть интернет, вот, пытаться решить такой важный вопрос для Украины, как вот земля. Я, честно говоря, понять не могу, и я это воспринимаю как предательство. Може, как вот предательство интереса всех тех, кто голосовал за Зеленского и все, что с ним связано. Поэтому я понимаю, что если человек уже себя проявил так в этой ситуации, то ничего хорошего от слова совсем Украине не светит при таком президенте. Тут уже нужно ставить вопрос, Зеленский, ты сделал свое главное дело, проголосовал закон о земле, как обещал МВФ, ну, пиши заявление по собственному желанию и вали себе куда-нибудь за границу. Это, я так понимаю, что хотелось бы сказать, основное, а чому ти вважаєш, що це так погано було зроблено, що це погано для України? Бо дивись, коли були, виникали такі питання, Янукович там, я пам'ятаю, при ньому гривня піднялася на 30 копійок. Люди казали, що він хоче знищити цю гривню, і вони вийшли для того, щоб цього ката взяти і скинути. От, люди ж, вони ж бачать, вони, їх ж не обдуриш цих людей, розумієш? От. І якщо зараз вони не виходять, то може люди якраз і вважають, що це нормально. І може від того і не треба ніяких там референдумів, бо президент знає, що люди б його підтримували. Навіщо витрачати кошти в такий складний час? От. І від того вони так і проголосували. Люди ж не вийшли. Чому ти вважаєш? Діло в тому, що, опять же, от є у нас карантин. У нас, якщо зібрати більше 10, штраф, і це не прикол. У нас, якщо без маски вийшов, теж можуть штрафувати. І це теж не прикол. У нас, если вот читать вот новости, там, ленту новостей, то 30 новостей о коронавирусе и 31 о том, что машина сбила там где-то кого-то на какой-то дороге. Ну и дальше. Он шел без маски. И дальше новости про коронавирус и все, что с ним связано. То есть людей активно запугали, чтобы вот только вот, не дай бог, чтобы никто не выходил. И люди действительно, многие в прострации, и даже я думаю, верю я в коронавирус или не верю. Ну, то есть ловлю себя на вот этой мысли. И здесь вот опять же тоже просто воспользовались ситуацией нагло и не понимали, что у них особо не будет такого шанса, потому что если бы, например, не вот эта пандемия, не вот этот карантин, вот это вот экстренные меры, то там бы были уличные бои, коктейли Молотова, шины, покрышки и все остальное. А так вот они в лайтовой такой версии приняли этот быстрый законопроект и говорят, все, типа, вот мы теперь готовы получать транш МВФ, понятное дело, с которого они получат свой откат или там гешефт, как оно правильно сейчас у них называется.
Поэтому это все равно, как вот, что можно вот так смотреть, что можно вот так смотреть, это предательство. И если это предательство, значит уже последующие инициативы, там, мир на Донбассе, там, подъем экономики, оно уже нафиг никому не надо. Они решили, как они будут развиваться. Вместо того, чтобы развивать экономику, вместо того, чтобы заниматься конкретно делами Украины, делать все, чтобы олигархи налоги платили. Они сказали, да зачем это все? Мы лучше попросим кредит. Мы нашли свой путь, и они по этому пути пломятся. Как не прискорбно, но это факт. А як ти ставишся до того, що представники, наприклад, опозиційної платформи кажуть наступне, що це рішення стосовно відкриття ринку землі, воно не відповідає Конституції, тобто були деякі порушення, і вони будуть подавати скаргу в Конституційний суд, і вони впевнені, що Конституційний суд візьме те і відміни, буде відміняти це рішення. Знаєте, от я от скажу, може, непопулярну річ, але я живу в Україні, і я розумію, що поняття закон тут воно абстрактне. Поэтому, если утверждать, что Конституционный суд, видите ли, что-то там решит, я бы не стал. Я бы не стал, потому что я в это не верю. Я не верю, что в Украине у нас действует верховенство права. Я не верю, что у нас в Украине Конституционный суд, он независим. Я в это не верю. И этому есть ряд подтверждений. Потому что, если бы политические партии действительно были против всего этого дела, они бы вывели людей на улицу. Они знали прекрасно, что это проходит элементарно, у них есть информация, есть достаточно ресурсов, чтобы вот так и там 1000, 2, 10 тысяч человек, чтобы были под Верховной Радой и заблокировали это решение. Несмотря даже на карантин, по 10 человек группками, они этого не сделали. То есть то же самое нам рассказывали о том, что вот Венецианская комиссия закритиковала наши законы про образование и так далее, потому что это прямая дискриминация русского языка, и что? Ну вот наши все оппозиционные партии рассказывали, ага, Венецианская комиссия, и где сейчас эта Венецианская комиссия? Вот куда это решение вот этой Венецианской комиссии засунуть, потому что объективно всем просто плевать. И даже если Конституционный суд что-то и примет, то я тоже понимаю, какая будет реакция. Им просто будет плевать, они все равно будут говорить о том, что ну и что? А какая разница? И будут дальше продавать украинскую землю, как они это и запланировали. То есть, если понимать, в принципе, зачем вот Конституционный суд существует, ну, знаете, это такая некая форма легитимизации решений. Знаете, это вот, есть вот голосование, то есть, если Сорос там решил вместе с МВФ, и кто там за ним стоит, то легитимизировать это решение на территории Украины нужно через Верховную Раду. Вот этот этап легитимизации, он вот по земле прошел. Конституционный суд – это вот такая еще одна дополнительная форма легитимизации. Поэтому за этим, я думаю, дело не постоит. Дорогі друзі, в рамках нашого громадського опитування ми продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Слуги народа подумали, слушайте, ну мы же еще не все просрали. Давайте-ка, друзья, пожалуйста, просрем все окончательно. Давайте, пожалуйста, нарушим закон, потому что есть такое предположение, что слуги народа раздали карточки неким смотрящим. Эти смотрящие поставляли данные карточки в аппараты для голосования и следят за тем, чтобы эти карточки срабатывали, да? Они воспользовались тем, что сейчас нет журналистов в Верховной Раде, и никто не может зафиксировать то, как голосуют один за пятерых или один за десятерых. То есть, как происходит кнопкодавство. А трансляция происходит на канале Рада. Канал Рада ему как скажут транслировать, так он и будет. Поэтому, если и даются общие планы, то они такие, не слишком внятные эти общие планы. Это заметили. Присутність і наявність в пульті картки народного депутата України означає його реєстрацію. А щоб кожен натиснув «за», щоб ми не обманювали український народ і щоб люди бачили, що Верховна Рада України повноважна і знаходиться на робочих місцях. Пане головуючий, ви чуєте мене? А Стефанчук, ну,
слышит, но плоховато слышит, потому что он очень сильно занят, очень торопится, ведь надо быстро-быстро успеть обработать все эти правки, быстро-быстро продать землю. Если не продать землю, то совсем плохо будет. Тому, відповідно до статті 48 регламенту, в зв'язку із тим, ще йде порушення регламенту, я звертаюся до вас, як до головуючого, невідкладно вжити заходів для усунення цього порушення. Я вимагаю, щоб ви провели зараз реєстрацію народних депутатів України шляхом натискання кнопки «За». Реєстрацію депутатів. Присутствують ли вони на своєму місці? Или їх нет? А їх карточки при этом голосують? Да нет же, не може такого бути. Не могли пойти слуги народу на такой откровенный, антизаконный, тупейший беспредел. Не могли пойти те ребята, которые полнятся, ряды которых полны людьми, которые осуждали там Януковича и так далее, на тупейшее голосование, которое попахивает узурпацией власти. Дякую. Я відповім вам так, що реєстрація – це процедура, яка проводиться на початку засідання, і коли ми проводимо в ординарному, я дозволю собі завершити, коли ми проводимо в ординарному засіданні, після перерви з 12 до 12.30, ми також не проводимо додаткової реєстрації в залі. Дякую. Вот и все. Регистрация проводится утром, днем там еще. Короче, не буду я перепроверять ничего. Но, по-моему, зал как-то немножечко пустоват. Плевать! Сегодня Стефанчук, який веде сьогодні наше засідання, порушує Конституцію і регламент, захищаючи сьогодні оцей правовий безпреділ. Я б хотів би звернутися до всіх українців. Шановні українці, знайте, сьогодні встоблені карточки слуг народу, а вони самі відсутні. Вот, карточки вставлені, а їх нет. Это те самые, которые хотели там уголовное наказание за кнопкодавство. А им так надо протянуть этот закон в угоду МВФ, что они готовы нарушать закон любой. Наши депутаты только что перерахували. Было 136 депутатов в сесійній залі. Ще прийшло максимум 20-25 після того, як прийшов голова фракції і сказав, ми зараз швиденько пригонимо сюди людей. 136 депутатів, прийшло максимум 25, до 200 депутатів. При цьому на табло регулярно показується 277 депутатів, 280 депутатів. Да, беглого взгляду на цей зал хватає, щоб зрозуміти, що вони просто підтасовують. І от сьогодні максимум зараз знаходиться тут 180 депутатів разом з опозицією. Всі рішення, які зараз приймаються, вони всі незаконні. Ну, звісно, розуміється, всі рішення, які приймаються такою Верховною Радою, у якої на табло 280, а по факту вставлені карточки і голосують там 130, да, вони незаконні. І головуючий сьогодні порушує закон України. Це правопорушник, який повинен відповідати згідно чинного законодавства. Я всіх сьогодні запрошую. Я вам хочу нагадати, що правом обліку народних депутатів в залі, коли не працює система, наділена тільки один орган, лічильна комісія, відповідно до 17 статті регламенту. Стефанчук відбрехується, тому що вже говорять прямо, прямим текстом. Стефанчук – преступник. Преступник, совершающий преступление. Конечно же, президент ему сказал «прикроем». Да, ему все сказали «прикроем». Но это галимое преступление. Вы чё? А не будь кто інший. И такой процедуры, как перерахування, немає. Будь ласка, я ставлю на голосование 3522. Народного депутата Качного. Будь ласка, прошу визначатися та голосувати. Все, он отказывается пересчитывать голоса. Странно, да? Ну пересчитай количество народных депутатов. Ну ведь это же, ну хорошо, отнимет это у вас 10 минут. Что происходит? Припиніть порушувати регламент, визначений 152 статтею Конституцію. Ви стали на злочинний шлях. Ви відкрито йдете на порушення і регламентного закону, і Конституції. Що ще не зрозуміло, що це право суб'єктів законодавчої ініціативи? Ряд народных депутатов один за другим говорят, что пересчитай депутатов. Нет в зале такого количества депутатов. Они перепроверяют. Нету депутатов. 180 человек максимум. Это видео прислал нам Антон Поляков. И респект ему и уважуха. Я его попросил очень медленно снять зал. И чтобы было видно табло. Ну то есть, чтобы никто не сказал, что это может быть в другой день. Это в этот день. На табло 280 депутатов. Взгляните, пожалуйста, на зал. Thank you.
Слуги народа перешли грань. Они начали совершать откровенные преступления в угоду МВФ. Ну что, я думаю, что МВФ их поймет, конечно же. Закон Украины уже на них не распространяется. Но на них также не распространяется понимание тех людей, которые за них голосовали. Донесите это видео до максимального количества тех людей, которые, как и я, верили, что вполне возможно эти ребята принесут законность. Они принесли беспредел. Тут немає табу. Дмитро, дякую тобі за цю розмову. Така вона начебто і позитивна, але про негативні речі, які відбуваються в країні. Ну, давай, все ж, все буде добре чи не дуже? Як ти вважаєш? Я думаю, що практика показує, що все буде добре. Ви знаєте, після війни 41-45 все стало добре. Мы стали развивать экономику и так далее, и так далее. А все, кто хотели получить нашу землю, те, кто не успел убежать, они ее получили в полном объеме, и они до сих пор там лежат, в этой земле. Такая же ситуация будет и у нас. Это, понятное дело, новая форма оккупации, экономическая, она более изощренная, более хитрая. И нам нужно просто приспособиться и вспомнить практику наших дедов, как они умели переубеждать европейцев, что здесь им не место. Тобто чекаємо нашого нового 9 травня. Ну, а як по-другому? Дякую. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.